Адаевским межрайоном, Следственным отделом, Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 115, части 1 статьи 139, части 1 статьи 132 и части 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение легкого вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище, насильственные действия сексуального характера и изнасилование. По данным следствия, вечером 5 марта 2020 года обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у знакомых в городе Ордатове. В ходе возникшей ссоры он несколько раз ударил хозяина и ушел из квартиры. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый причинил потерпевшему кровоподтеки и ссадины, также закрытый перелом одного ребра. После этого обвиняемый незаконно проник в жилище к 83-летней женщине. Находясь в комнате, он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и изнасилования. С места преступления он скрылся, когда услышал шаги на площадке. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и собственности. Следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дмитрий Рогачев, старший следователь Ордатского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия.